Друзья мои, всем привет! Не за горами уже Новый год, 2021, и я решил сделать себе, скажем, такой необычный подарок. Ну, себе и, по сути, семье. Я приобрел афганский казан. Афганский казан на 18 литров. Для чего же я взял себе такой чудо-горшок? Данный чудо-горшок я себе взял для... скажем, для природы изначально, но и, в принципе, и дома тоже готовить. Сейчас как раз я вам это продемонстрирую, я буду дома готовить в нем говядину. Так вот, я говорю, взял его для природы, для поездок на рыбалку, на даче буду в нем варганить. Казан большой, поэтому на большую компанию вполне он сгодится. Готовить в нем можно все что угодно. Это та же самая получается скороварка. Скороварка, только которую можно поставить на угли, на костер, на мангал. И в то же время ее можно использовать дома. Причем даже на индукционной плите, используя переходник определенный. Вот. Так вот, ладно, не будем сейчас, значит, уходить в какие-то бла-бла-шоу. Я буду сейчас пробовать первый раз делать вкусное блюдо, и мы посмотрим, насколько это просто. Вообще, насколько вот у человека, который, ну, первый раз взял, что может получиться. Я, конечно, посмотрел некоторые ролики на YouTube, понял, что это, в принципе, ну, банально просто. Готовится все где-то от 40 минут до часу. Ну, есть умельцы, которые там ставят там, на 2 часа там, в общей сложности. Но мы попробуем сделать сейчас все... за час. Вот. Буду делать картошку в нем, значит, говядину, ну и еще, может быть, какие-то овощи. Сейчас посмотрим, что туда еще накидаем. Итак, друзья мои, вот казан. Это, значит, алюминиевый, значит, такой вот горшок. Данный казан, значит, на 18 литров, но, значит, на коробке афганцы почему-то пишут 30 литров. Но мне производитель, вот где я заказывал, это всеказаны.com, мне сразу объяснили, что у них написано на сайте исправлено правильно. То есть 30 зачеркнуто, написано 18 литров. Афганцы как-то там, как поговорят, меряют это по-другому. Но не суть в этом, суть в другом, как бы. Данный казан, я не замерял, сколько он реально сюда вмещает, но я думаю, что если люди исправили, значит, они проверили. Значит, на 18 литров. Это довольно-таки большой, объемный, вот, такой горшок. Вот, готовить сейчас будем картошку, мясо с добавлением разных приправ. Каких, я еще пока не решил. Итак, давайте приступим уже к нарезке, к шинкованию, к заполнению нашего волшебного казана всякими-всякими вкусняшками. Итак, для начала мы почистим картошку. Нам еще понадобится морковь, ну, соответственно, мясо, приправы. Я думаю, добавим еще лучку. Как это блюдо называется, я не знаю. Если честно, я его сам выдумал. Возможно, его кто-то уже и делал, и не знаю, может, как оно называется. Ну, я подумал, короче, буду делать сегодня говядину. А что к говядине можно? Картошку, морковку. И думаю, еще капусту, наверное, туда крупно пошинкую. И получится. И добавлю еще, вот, добавлю еще воды и томатной пасты. Точно. Точно, 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 точно. Я добавлю, короче, туда капусты. Добавлю стакан воды с томатной пастой. И у меня получится такая какая-то похлебка, наверное. Картошка, морковка, капуста и мясо. Ну, чеснок туда, наверное, кину. Наверное, все-таки, наверное, тимьян. Может, базилика добавлю, приправа для мяса, и вот получится вот такая у меня похлебка. Я думаю, должно быть вкусно. Итак, друзья мои, упс, забыл одеть футболку. Чистил, мыл овощи, вот, и поэтому снял, значит, одежду, чтобы не запачкать ее. Итак, берем острый ножик, значит, капусту будем делать, морковь, картошку, добавим красного перца, сельдерей, чуть-чуть помидора и помидоровую вот эту вот томатную пасту, уже с базиликом, кстати. Острого перца еще добавлю. Посяка. Так, наверное, еще тоже как бы сдобрим базиликом, тимьяном и вот такой какой-то вкусной сванской соли. Я не знаю, как она правильно называется, но мне ее вот знакомые из Сочи прислали.
Данная соль уже с какими-то специями, там туда-сюда, и, короче, какая-то вкусная. Итак, начнем все это дело шинковать. Лук, я вот думаю, добавлять или нет. Все-таки добавлю я лук. Тряпку надо иметь всегда под рукой. Итак, погнали. Значит, режем лук. Я думаю, что мы его... порежем как-то полукольцами. Вообще, я чувствую, байда будет страшно вкусная. Чуть-чуть, наверное, добавлю еще в казан масло на дно. Немного масла добавим. Кинем на дно лук. Теперь морковь. Морковь тоже мелко не будем резать. Такими колечками пошинкуем. Думаю, что морковь лишней не будет. Тем более на такой большой объем. Все-таки, наверное, достаточно, а то будет перебор. И еще порежем капустки. Капусту порежем крупно, чтобы она там не развалилась. Ну, вот крупными такими какими-то дольками. Так, что у нас из мяса? У нас из мяса, значит, ребра. Эх, забыл капусту. Пусть там тоже будут. У нас, значит, из мяса ребра. Мы их сейчас как-то порционно попытаемся так немного поделить. Ребра. Нам главное не забыть все это дело посолить. Так, вот кусок какой-то мне достался не очень понятный. Я его сейчас... Мне срочно нужен нормальный острый ножик. Что-то с моим ножом случилось. Так, ребра порционно режем. Так, еще я взял кусок, просто кусок мякоти. Это сейчас обратно туда на тарелочку сложим. Мне надо еще посолить, все не забыть, поперчить. Сдобрить приправами всякими вкусными. Так. Мясо порежем порционно. Я думаю, пойдет. Теперь мы это немного посолим. Положим мясо. Соль уже такая душистая. Запах прям идет. Слюна потекла. Так. Все. Слоями мясо выложили. Так, еще солим.
Добавим чуть тимьяна. Чуть-чуть сушеного базилика. Закидаем картошку. В середину, наверное, положим перчик. Сейчас немного я перевозюкаю картошку, значит, в соли в этой, в приправе. Еще немаловажно это чеснок. Чеснок мы сейчас просто придавим немного и туда его отправим. Добавим еще перцы. Я думаю, можно его как-то вот так порубить. Сверху кинем помидорки и теперь, наверное, томатную пасту. И вылим туда водички. Немного сверху еще присолю. Блин, главное не присолить. Итак, друзья мои, наш казан наполнен. Вроде бы все ингредиенты я положил. Надеюсь, я не сильно пересолил. Вот проблема еще в том, как это, говорится, на вкус посолить. Все говорят, снимают видосы. Ну, вы солите и солите так немного, а сам фигачит туда соли этой. На вкус, говорит, как кому нравится. Кому как нравится. Нравится всем вкусно. Вот как делать вкусно. Вот, аж слюна течет. Значит, картошка, мясо, капуста, немного лука, острый перец, чеснок. Вот. Что у нас там еще-то? Мясо, само собой. И морковь. Морковь обязательно. Морковь, она даст такую тоже какую-то сладость, вкусность. Морковь обязательно. И сладкий перец. Его можно будет добавлять. Итак, друзья мои, возвращаемся к нашему кострищу. Вот, костром у нас будет, значит, плита. И еще раз заглянем туда. Какие же запахи, если вы нос могли бы свой окунуть. Просто офигеть. Пахнет всем подряд. Байда должна быть очень вкусная. Так, все, поджигаем. Так, крышка. Крышка с прокладкой. Все на месте. Сейчас мне будет тяжеловато одному все это дело, весь процесс заснять, поэтому главное, ничего не шандарахнуть тут. Так, одевается вот на эти, значит, ушки и затягиваем. Затягиваем прямо вот я одной рукой, а вот все, начал прокручиваться, и этого достаточно. Эти клапана будут выпускать излишний пар, их два. Все безопасно. И тот маленький, вон он, пипиндер такой. Это, значит, аварийный клапан. Итак, друзья мои, пока, значит, этот горшок у нас стоит там, кашеварит нам. Он волшебный на самом деле. То есть мы его засыпали и ушли сейчас. Пойдем в танчик сейчас рубиться. World of Tanks. Вот. А придет жена, я скажу, короче, я тут вообще потел, корпел. Ну, вы видели, на самом деле, я как бы тоже не просто так сидел, да? Вот. И я, короче, вот эту вкусняшку приготовил. Надеюсь, я там не пересолил, конечно. Так вот, друзья мои, а мы на 40 минут в танчике. Вот так вот, друзья мои. Надо ужин готовить. Это вам не семечки по карманам тырить. Я еще сейчас пару танков успею завалить. И вискарик выпить. Тресь. Вот так вот. 700 урона. А у меня броня. Всегда мечтал эту ПТ-ху заполучить. Прям в лючок. Вот так вот. Восьмерочку долблю. Я их вообще распилить могу там всех, по-моему, лобовую. Там десятка. 50.
Мне главное, арта бы меня не замусонила бы. Там так лучше нам видно. Я по-любому попаду. Так, а наших-то разобрали на том фронте-то? Так, он разрядился. Ой, там еще один. Ну что, друзья мои, прошел час. Казан наш что-то там шипит, бубнит, но на самом деле сильно не парит. То есть из-под клапанов не идет ничего. Но прошел уже час. Огонь я выключил. И вот если... Ой, клапана немножко приоткрыть, то тогда как бы идет, ну, такой, как бы, скажем, сильный пар. Но не больше того. То есть подержали мы всего час. Объем казана, повторюсь, 18 литров. Теперь я оставлю его томиться, пусть он томится стоит. Вот, и минут через 20, наверное, я к нему еще раз подойду. Ну что, друзья мои, значит, итог такой. Час на огне и 20 минут я его просто держал в закрытом состоянии. То есть пар спускал, ну, спускался сам по себе. То есть давление как бы спускалось само по себе через клапана. То есть 20 минут просто томилось. И мясо, говядина, ну, скажем, мне кажется, не очень готово. Я продолжаю готовить. По соли все нормально вроде бы. А вот дальше я еще, наверное, оставлю минут на 40. То есть я заново запускаю процесс. Посмотрим, что будет. Так, ну что, еще, короче, мы где-то час... Минут 40 мы еще подержали. Сейчас посмотрим, что будет. Я думаю, что мясо вообще уже были готовы через, ну, скажем, час приготовления на огне. А вот говядина, не то, она же очень жилистая попалась. Ну, короче, не совсем была готова, от кости она не отделялась. Сейчас посмотрим. Это получается уже, ну, спустя 2 часа, получается, где-то так, чуть даже больше. Вот. Все, давление спустил. Сейчас буду открывать, посмотрим, что будет. Так, ну вот, что у нас получилось. Много-много всяких вкусняшек там у нас. Конечно, много чего прям сильно разварилось. Это помидоры, да. Что, перец. Вот. Ну, сок зато очень обильно дал он. Когда я открывал через... Всего... У меня же слюна потекла. Когда я открывал... Всего через 40 минут, жижи столько, сока столько не было. Вот, я достал сейчас кусок мяса, и он уже такой хорошо отслаивается вроде бы как. Но кость не мягкая, ну потому что это, конечно, тушенку надо делать, наверное, намного дольше. И кость такая, конечно, говяжья, толстая. Сейчас попробуем на вкус. Друзья мои, блюдо удалось. Очень вкусное, просто аппетитнейшее блюдо. Все, вот 2 часа самое оно. Это божественно. Я ничего не пересолил, ничего не переберчил. У тебя семья голодная, ты не совесть. Хрящики съедобные. Я счастлив. Короче, это получается надо как делать? Запомнил его и на 2 часа ушел в танчик играть. Или спать. Или чем еще заниматься. Ну, короче, просто вообще бомба. Сейчас будем выкладывать все это дело на какое-нибудь блюдо. И будет вам, ну, более... Видно все это дело. Но поверьте, это божественно. Так, у меня помощник пришел с работы, голодный. Ну, удобно, нахватывай. Ты знаешь, как можешь картошку в одну сторону, нет?
Она там, в принципе, так сверху лежит. Тут уже вот все подтягивается. Блин, бомбическая вещь получилась. Это как я забыл. Сельдерей, да? Это перчик, я острый клал. Интересно, какой он на вкус будет. А ты вот резал? Если резал, то... Резал. Один порезал, другой целиком положил. А что-то мяса там маловато как-то. Оно там есть. Ты его так когда как... пробовал, наверное, все съел? Ой, у меня там сок вот этот. Дади. Сок просто офигенный. Какой запах, да? Запах вообще. Прям уже кишки-то, кишка за кишку уже цепляется. Конечно, какой я тебе ужин сделал. Капец, всю ночь буду есть. Надо с длинной купить, там ручкой что-нибудь. И такие. Она вот, видишь, очень мягкая. Надо что-то такое купить пожестче. Где мягкая? А это? Она прогибается, мне неудобно. Видишь, я все время достаю помалу. Да, она с длинной ручкой. Это не одно мясо кладешь, еще картошку там достаем, овощи. Картошку, овощи? Боже, завтра есть. На второй... Ой! Тебе картошка. Пахнет прямо все. Ну, это видишь, все как бы, да, и базилик, и тимьян, и перец, и вот это вот, эту томатная паста. Томатная паста вообще, когда я ее клал, прямо сразу западала. Ну, давай все, не буду. Ну, а что ты там оставил-то? Все оставил, там еще такая штука. Ну, давай, хорошо, ладно, давай вот это, и давай сюда еще жишкина добавим. Давай не будем. Я хочу, ладно, я себе отдельно налью тарелку. Блин, друзья мои, я даже не знаю, мне просто не очень удобно все это вам показать. Сейчас попробую вот так вот. Там такое бульонище, просто вообще бульонище. Это я всего чуть-чуть воды там налил, не так много. И это, да, томатная паста, мясо дало. О, вот этот кусман вообще, мясо какое. Реально очень вкусно, я прям чуть-чуть попробовал, у меня прям слюни. Ну что, друзья мои, я очень доволен приобретением. Данным казанищем. Горшком я его буду называть. Это чудо-горшок. Волшебный горшочек. Горшочек вари. На 18 литров, да. На самом деле делается все, ну, все просто. Вот, да, я человек, скажем, не повар. Вообще сильного опыта у меня нет. Вот так люблю, конечно, кашеварить на костре. Но не больше того. Дома вообще мало чего делаю. Боюсь, что что-то подгорит. Там, не знаю, сгорит. Переварю, не доварю. А здесь, короче, вот, да, я один раз всего открыл, да, через час, ну, получается, час на огне, 20 минут томилось, потом я, значит, все, значит, давление, ну, сбросилось через клапана, само по себе за 20 минут, я открыл крышку, попробовал мясо, мне показалось, ну, недоготовленным, я опять все это дело закрыл. Попробовал картошку, картошка была готова, побоялся, что картошка, значит, совсем там все развалится, умрет. Вот. Но закрыл крышку, поставил на огонь и еще на огне, на среднем, час оно где-то, наверное, все это прокашеварилось, потушилось. И все приготовилось вообще просто на ура. Сейчас мы еще... Я мясо попробовал, да, сейчас офигенно. Ну, картошка. Я думаю, что все офигенно. И дало сок за 2 часа, нам в 2 раза больше дало сок. То есть, да, вот час назад, ну, грубо открыл я первый раз. Сока что-то я особо там сильно не видел. Он где-то был там, но... А потом это превратилось вообще в какой-то... Вот, за 2 часа прям в какой-то такой... Ух, прям вообще бульонище. Вот. Слюна течет, надо пробовать кушать. Ты мне, да, вот в жишку в эту. Ну подожди, я в ней же буду есть, наверное. Да. Ну так, чуть-чуть попробовать. Вот. Ссылку, короче, на казан оставлю под видео. Вот, можно, короче, с бульоном вот так есть, получается. А можно, ну, как говорится, ну сухую. Без бульона. Блин, там. Ну, мне кажется, с бульоном будет вкуснее. Тимофей Ильич! Не изволится ли отужинать? Все. Заяц, скажи всем до свидания. Мы пошли кушать. Уже слюнки текут. Ну, картошка вот настолько стояла, что какое-то ощущение. Ну, не нормально. А овощи? Ты положился овощи? Овощи не положила, но... Там перчик, вот морковка, как морковка.
Ну, если морковка нормально, то все остальное тоже нормально. А капуста, наверное, она перестояла. Может быть, добавлять их потом? Капуста быстрее готовится. Ну, ничего страшного, но запах прям отдавать. Все, не могу либо, больше у меня. Либо класть большими кусками, чтобы она просто вот так вот не разваривалась. Ладно, еще раз будем надевать на один раз. Все, я кушать побежал.